более 20 сортов хлеба, да, есть социальные сорта, которые выделены в том числе постановлением Кабинета министров. Мы делаем все возможное. Да, мы делаем все возможное для этого, и я не вижу на сегодня по социальным сортам хлеба повышения. А то, что весь спектр хлебобулочных изделий, возможно, будет иметь разную цену, ну это как бы, да, есть обоснованные вещи. Мы должны только говорить не там, где повышается цена, а там, где она и снижается. Правильно, есть же и такие примеры.